Ульяновские дорожники приступили к капитальному ремонту улицы Тимирязева в Ленинском районе. Отремонтируют дороги, пешеходные тротуары и заменят рессошпальные решетки. Первым делом подрядчики приступили к демонтажу межрельсового пространства. Работы будут проводиться до конца апреля. В данный момент по улице Тимирязева мы подготавливаем рельсы, зачищаем межрельсовое пространство для того, чтобы трамвай-электротранс мог заменить рельсы. После, как они заменят рельсы, мы уже зайдем сюда и уже полностью будем ремонтировать проезжую часть. На следующей неделе начнется замена рельсошпальной решетки на дороге протяженностью в 2 километра. Заменят и 6 стрелочных переводов. На первом этапе будет заменен участок пути между проспектом Нариманова и улицей Роза-Люксембург. На втором этапе между улицами Роза-Люксембург и Радищева. Рельсы на улице Тимирязева отслужили 25 лет. В связи с проведением работ на улице Тимирязева ограничено движение автотранспорта и автобусных маршрутов. В период замены рельс трамвай маршрута номер 4 будет следовать через остановку Дамба. А номер 9 до дамбы. Об этом будет сообщено дополнительно.